Самый мощный игрок в своем флэджике, добро пожаловать в West Hunt. Это игрушка по типу Spy Party, где один человек должен втиснуться в огромную кучку ботов и притворяться ботом, чтобы его не нашел шериф. А шерифу самое главное найти настоящего преступника и застрелить. Желаем вам приятного просмотра. Ехала. Я шериф этого дикого запада, и ты не пройдешь мимо. Да, конечно. Че, то есть ты шериф сейчас, а я прячусь? Да, сейчас бонус. Аня, или я бандит? А, я бандит. А, да, я шериф, получается. Ну слушай, шериф. Иди-ка ты. Ну давай, прячься. У тебя 5, 3, 2, 1. Да, я умею считать. У меня тут в тюрьме прячется уже мужичок. Мы его запаковали уже тут в СИЗО. Сидит в обезьяннике. Ну-ка. Где Джонни? Давай, стрельни. То есть ты увидел, что я достал пистон. Так, да. Ага. Значит, ты не вдали был. Значит, ты стоял тут. А может, это ты вот мужик в шляпе, а? Идем дальше. Так, Джонни промолчал, не пошутил. Значит, это реально он. Не-не-не. Так бы ты пошутил, типа, да, это я, стреляй. Так, ладно, пойдем за ним. Не нужно за ним. Ну давай, попробуй выполнить задание, когда я прям за тобой иду, Джонни. О! Кто-то в розыске? Угу. А, это я, что ли, в розыске? Подожди. Да, ты в розыске. Это мое ебало. А ты точно туториал проходил? Да. А хуй там плавал. Че, хуёво я проходил туториал? Ну, я не знаю, но я по идее, уже 3 задания выполнил, и ты даже этого не заметил. Так, погоди, тут мужик поливает воду. Ну, как поливает? Там с конем еще что-то было, я помню, в туториале. А у тебя задание не написано, какие нужно делать? Написано, но все на английском. А. Я-то не англичанин, как ты. Tampering with the post board. Что это значит? Че? Tampering with the post board. А, испортить доску объявлений. Ага. Ебать, я не знал, что тут так будет много людей. Погоди, ну что-то. Да, в туториале мало было, и типа ты такой подумал. Да, я думал, тут будет человек 5. Так это легко было бы, если бы было, поэтому так все сделано. Нет, это какой-то хардкор. Погоди, мне как тебя вычислить-то? Алло. Ну. Смотри. Подожди, the outlaw was poisoning the water. Воду, отравить воду. Ага. А кто отравлял воду, не помнишь? А, мужик в зеленой... Не-не-не, я не в зеленой. Тут такое людей. Я не в зеленой был. Нет, тут людей очень много, подожди, там еще в баре сидит человек 10. Мне как тебя вычислить-то? Одного. Чупикс, просто вспомни, цвет какой у меня был, когда я воду отравлял. Ты реально забыл? Ты прям передо мной воду лил, да? Ну да. Ну ты был, у тебя что-то зеленое было в одежде, не? Не зеленое было. Бля... Так, сколько у тебя заданий осталось выполнить? Дай подсказку мне. Мне осталось... Часто сказать? Ну да. Я всего лишь 2 выполнил. 2 задания выполнил. То есть ты блефовал. Так, какой-то индейец льет воду в колодец. Он еще и колодец, походу, отравляет. Подожди. Это было странно, это было пиздец странно. Стой. А сколько тебе заданий надо выполнить? 1, 2, 3, 4, 5. 5 заданий. Тебе на почту вроде приходит, когда задание выполняю. Понял. То есть вот эти вот справа сверху у меня, это то, что ты выполнил уже, да? Ты отравил воду, и ты зафлиртовал с кем-то. О! Написано? Да. Окей. Нет, тут нереально запомнить, тут слишком много людей. Ну слушай, а там, может, подозрение нельзя... как-то можно, там, не знаю. Тут даже отмечать нельзя никак никого. Тогда ты должен преследовать, может быть, кого-то, я не знаю. Ага. Так, окей, ну ладно, я сейчас попробую вспомнить, кто лил воду тогда, в тот момент. И найду тебя. Это дикий запад, Джонни, это дикий запад. А кто доску испортил, интересно? Не было такого. Было. Не, у меня почта пустая. Стой. Нет, погоди-ка. Только что же испортили. Как тут бежать? Вот в этом-то и прикол.
Да, было такое. 27 а кто, кто 27... только что ушел? 27 минут назад, да? 30 секунд назад кто-то испортил доску, ага. Так, а где эта доска, не помнишь? Нет. А, вот доска какая-то. Угу. Угу. Так, а кто от этой доски отходил, интересно? Где это? Вот эта доска? Где я сейчас стою? Ты видишь? Я не знаю, нет, я тебя не вижу. А, ты меня сейчас не видишь, да? Угу. То есть ты не желтый, не в, ке... не в шляпе... Ага. Ты еще там что-нибудь? Ну-ка. Фрукты да нет, это нереально. Давай, Джонни, поприкалывайся надо мной как-нибудь. Я уже прикалываюсь в этом-то и прикол. Что я рядом с тобой бегаю и ворую, блядь. Stealing goods. The outlaw was stealing goods. Что за goods? Ну, фрукты, говорю, спиздил. Перед тобой фрукты пиздил, блядь. Блядь, я видел его, да. Кто это был? Я забыл. В шляпе, в шляпе. Это ты, вот он. Нет, нет, это не я. Сука, это ты. Ну ладно, стрельни тогда, если это я. Это не ты? Я индеец. Когда воду колодцем отравлял. Блять, это реально выглядело странно. Почему я не акцентировал на этом внимание? Не, там было дополнительное задание, там не было типа этого, понял? Ты просто лил воду перед колодцем на землю. Это было странно, сука. Немного не в круг пошел. А ну заново, сейчас мы поменяемся местами? Давай, я давай, хочу давай. Быть в шкуре сейчас вот это вот. Ну, ты увидишь, как это сложно. Давай. Как минимум. Ну давай, Чупикс, попробуй. Это мой город. Ну, сейчас ты увидишь, как это будет хардкорно, потому что людей реально дохуя. Угу. И ты не поймешь, где я. То есть, ну тут, кстати, это реально не спайпати. Тут, во-первых... Усложненное все, да? Да, а во-вторых, тут людей реально много. Ну, то есть ты запутаешься. Ты никого даже не запомнишь. Ну ладно, я запомнил индейца, реально. Ты тогда воду охуенно лил перед колодцем. Но что-то мне это не помогло. Так, смотри, самое главное, типа, если ты будешь выполнять слишком медленно задание, ну там время вообще таймер будет подходить. Угу, понял. Я уже стараюсь присматриваться каждому, так. Давай, 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 присматривай. Ты все равно меня не увидишь. Я слишком далеко от тебя сейчас. Я тебе даю подсказку. Я очень от тебя далеко. Очень далеко. Ты прошел мимо меня в шляпе такой, да? Как доктор Ватсон. Да. Сейчас встрелю. Да, у меня, кстати, есть шляпа. Шляпик. Я тебе дам подсказку. Тут все в шляпах. Так, опа. Так, так, так. Воду все-таки отравил, да? Там была мадемуазель, которая сейчас, походу, флиртует. Такого не было, нет, такого не было. Я посмотрю, что там у нас произошло. О, ходит такой деловой, деловой. Преступник ходит, знаете, крал, да? Багаж пассажира. Знаете, такой деловой ходит, ой, по лестнице поднимается, идет к поездам к этим вот. Ага, ну, мы знаем таких. А ты, сука, смотри, блядь, парень-то непростой. Ну да. Может, ты сейчас тоже тут с колодцем, или будешь доску эту? Я промолчу, я не буду тебе говорить ничего. Бля, надо как-то помечать, отвечаю. Вот, да, тут нельзя, вот это сложно, потому что нельзя помечать. А у тебя только золотые задания, ну, типа, нужные, да, были тогда? Нет, этот, ну... И когда ты сделал золотое задание, у меня почта приходит. А когда ты делаешь белый, нет. Не, я так понял, кстати, только золотые задания нужны. Так, что случилось? Остальное нахуй не нужно. Остальное типа фейк. Нет, белый типа там ты уровень преступности уменьшаешь. А, понял. Бля, а как подсказки мне вот это используют? Ну, эй, Чупикс, ты меня слышишь? Внутри игры. Нет. Там на «ты» попробуй поговорить. Алло, алло. Да. Слышно меня? Да. О, не, ну не говори в игру, на самом деле, лучше, а то все NPC начали лагать. Бля. Сейчас найдем настоящего. Джонни, я сейчас прошел мимо тебя. Серьезно? И ты этого не заметил. Ты шел, как ни в чем не бывало. Блять! Какого хуя? Ты видел, как я кормил лошадь? Я сначала почему-то заподозрил, когда ты воду отравлял. Я
присмотрел такой еще, знаешь, Видел, когда я воду отправлял? Да, я молча такой, знаешь, про себя говорил, синяя сомбреро. А потом, когда ты еще пошел лошадь кормить, я это запомнил. И когда мне пришло, преступник кормил лошадь, я тебя хлопнул. Бля. Ну, молодец. Ну что ж, давай. Ну, ладно, у тебя здесь секунд, чтобы спрятаться, чтобы сделать какие-нибудь задания. Как-нибудь подстроиться. Или кому-нибудь подстроить. Или спалиться жестко. Может, да. Жестко спалиться, но я пойду сейчас тогда в твою сторону. Угу. Ну смотри, я вижу твои миссии. Бля, ты как будто... должен. Давай, что я должен сделать? Ты должен tampering with the postboard. Так ты можешь русский язык поставить в настройках, Чупикс. Ты что? Бля, реально? Да. Это твои задания были на русском. Ничего страшного. Ты должен испортить доску объявления, отравить воду в колодце, украсть боеприпасы, украсть лекарства, отдохнуть, бля. Ну, насчет... Оплакать смерть жены. Насчет отдохнуть, наверное, оно выполнено уже. А. Угу. Так, а где отдыхается вообще чаще всего? Ну, ты должен еще заложить йомбу. Йомбу? Йомбу. Мягкий знак. Заложите йомбу. Слушай, а где жену оплакивать? Она умерла где-то, что ли? А ты давай не придуривайся. Оплакивать надо в церкви, наверное, не? Давай, заходи в церковь, я тебя жду. Сейчас. Оплакивать жену буду только. И пойду. Не, кстати, тут, по-моему, твои задания только золотые. Да, типа, золотые, белые нет, белые, чтобы сбивать уровень преступности. А. Угу. У тебя намеков даже нет, да, пока? Ты оплакивал смерть жены. Так. А где эта жена? А где жена реально? В церкви, наверное, которую ты... Почему-то... В которой черный вход есть. Видимо, не в церкви, потому что... Так, преступник отдыхал. Ну, я на чиле, на расслабоне. А, вот тут оплакивать надо смерть жены. Угу. Так, а еще что? Бля, так. Ты отравливал воду в колодце? Блин, а где колодец? Так, это ты? Что? Вот это. Ну какой? Ну такой типа как в солдатской форме в шляпе. Нет. Ага. Ладно. Ну шериф, ну что такое, блять, за работу надо нормально. Да ты что-то прям мимо меня как-то проскользил все три задания. Ну, значит, я очень хороший преступник. Когда ты был у колодца, я был вообще, блядь, у церкви. Ну, потому что... Ну, вот нужно, знаешь, прям, как настоящий шериф, включить дедукцию, и какой бы путь прошел, и где бы я находился в этот момент, если сопоставить временные отрезки. У тебя же написано, когда что где нашлось. Угу. Действительно написано так. То есть сверху у тебя вот таймер есть, секундомер? Да? Секундомер именно. Не таймер, а секундомер. То есть так, оно время вперед идет. Ты крал боеприпасы, а где их красть вообще? Ну у тебя где почта, скорее всего, это где-то рядом. То есть где у тебя письмо пришло, это где-то рядом. То есть это, видишь, подсказка? Вот столько этих штук. Сложная игра. Сложная. Но тебя я, сука, синим сомбреро, блядь. Как нехуй петь просто. Так, ладно. Ага. Внимание, преступник остался. Всего два задания тебе осталось. Всего два. Ага. Главное тебе не попасться на глаза. Это самое главное. Так. А может я уже попался? Крал. Блядь. Это сложно. Карлан. Так, стой. Я иду за тобой, да, сейчас? Нет. Или да. Может быть.
Не-не-не. Убери валун. Блядь, да где ты, сука? Валун лучше убрать. Намекни мне, намекни. Дай подсказку, дай подсказку. Дай подсказку? Угу. Бля, ледяное просто все, чипис. Ледяное, на. Так. Где лед? Ну, я имею в виду, холодно. А, типа я далеко? Вообще айсберг, блядь. Так. Ебать, стой. Чё? Так. Ну все, поезд уезжает, я поехал тоже вместе с ними тогда. А, ты на поезде, то есть? Наверное. Чупикс-чупикс. Чупикс-чупикс. Ну, как там в Египте? Стой. Ты не испортил доску объявлений. Так, а где доска? Может, я к ней направляюсь прям? А где эта доска, Чупикс? Ага. Ух. Глаз почесался. Так. Ты заложил бомбу. Угу. Это я знаю. И ты идешь сейчас к доске объявлений. Которую я только что испортил. Подожди. Стой, я прям на нее смотрю сейчас. Там тут несколько досок объявлений. Бля! И вот когда доска... О, я только что отходил к той доске, которую мне нужно было испортить. Но это был не я. Да, блядь, я не на ту доску смотрел. Даже... Ну, что ж. Ну-ка, нажми заново. Ну давай, теперь я шерифом покажешь. Как давай, нужно давай. Ебашить. Давай, давай. Так. Well, well, well. Наш ты банюга. Ничего. Против шериф Джикея, ну, нахуй, далеко не уйдешь. Ты меня сейчас не найдешь. Да? Это я точно знаю. Угу. У меня будет небольшой намек. Так. Травить воду. Украсть лекарства, украсть товары. Ну, благо, мне поможет во всем этом почта, верно? Нет. А если поможет мне почта в этом? Да вряд ли, вряд ли. Что случилось? Бомба тикает. Бомба? Ты бомбу заложил? Да. Преступник крал багаж пассажира. Ах ты, сука. И ты уже съебался куда-то, блядь. Меня не так просто найти в этом диком западе. Слушай, реально. По факту все. Так, что сейчас случилось? Еще какая-то подсказочка, да? Оп. Что? Блядь, что сделал еще? Да ты хуй поймешь. Украл лекарство, блядь, ты рофлишь? Нет, я не крал. Ты украл? Нет, другое было, другое. Другое что-то, да? Да. Блядь, они все еще так тупо двигаются специально. Слушай, да, тяжеловато. Сейчас что-то ты разогнался, блядь, Чупикс. Разогнался. Ну, я понял смысл игры. И теперь тебе будет сложнее. Вот я уже у колодца, плюю в колодец сейчас. Да? Да. И ты даже не близко к этому, Джонни. Ты даже не понимаешь, где... Блять, реально что-то сделал, сука. Обоссался, что ли? Преступник... Корми лошадь! Сука! Блять, Чупикс, я сейчас застрелю, я тебе серьезно говорю сейчас. А ты хоть знаешь, где лошадь? О, ноу! Я тебя пойму! Блядь! Мне он подозрительный такой был. Он там понял, типа, тупо что-то делал. Блядь! Так, блядь, лошадь же даже не там была. Нет, вот я думал, ты сзади обошел и в ту сторону пошел. Я вот... Я тебя реально обходил через дома. Специально тебе на глаза не попадался, но я с другой стороны был. Блядь! Вот так вот!
Ну это я поспешил! Дашь еще один реванш для шрифа? Ну давай, давай, давай. Блять, ну сейчас точно ничего не получится у тебя. Вот сейчас точно. Да, да, да. Сейчас точно. ЖБ говорю. Да нет, я уже понял, как играть за этих бандитов, блять. Ты ничего не поймешь, Женя, ты даже глаза моргнуть не успеешь, как я уже войду в доверие всех, блять. Да. Пойду скажу, помолиться. Лучше помолись, Чупикс, блядь. Лучше помолись, сука. Бля, да я каждый день молюсь и так. Сука, помолись, блядь. Бля, еще подозревать надо, блядь, каждого второго. Да. А если сейчас? Ладно. Не надо, не-не-не-не. Убери, 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 убери. Да это харе, да это не я. Да не я это. Точно? Да, успел. Все нормально, Жень. Хорошо. Посъебом, посъебом, посъебом. Оп, что-то успел сделать? О, оплакивал смерть жены. Да ну нахуй. А где это? Чупикс. Прикинь. Не было такого. Прикинь, Чупикс. Да-да-да-да. А зеленую шляпу-то хуй ты уберешь, блядь, с зеленым жилетом, да? В смысле, я не понял. Я посмотрел на балкон, смотрю, кто-то жену оплакивает. Да не было такого, блядь. Как не было, блядь, Чупикс. Че ты, блядь? Как не было, блядь? А это ты что? Уверен, что зеленая шляпа была? Ну, там... Может, красная? Ну, не-не-не-не, зеленая. Там такой прям дурачок, блядь, как будто этот... Как этот... Лепрекон. Чарли Чаплин. Ну, лепрекончик такой, да, шапка такой, такая. Долбоеб такой, да. Который сейчас воду поливает с другим челом. Вот этот, ну, не, похоже, кстати, похоже. Вроде даже ты, сейчас посмотрим. Реально воду. Подожди, сейчас. Далеко не уходить. В смысле? Ладно. Да, блядь! Я увидел это, как ты оплакивал, блядь. Я прям понял, балкон посмотрел. Такой, так, надо запомнить. Да почему ты посмотрел вообще в балкон? Я, знаешь, я так как приметил, так. Так, я специально говорил, типа, не целься в меня, чтобы ты концентрировался на тех, кто в КВ залез. Ну ты видишь, блядь, что я какой, блядь, хитрый-то шериф, а? Спасибо огромное за то, что посмотрели этот ролик. Не забывайте подписываться на канал. Если вы хотите еще больше этой игры, обязательно пишите об этом в комментариях и ставьте лайки. С вами был FlyGK и Чупикс. Всем удачи, всем пока.